со стороны Никозии заезжает в город по улице Героева. Скорпион турецкого производства. Здесь неожиданно ребята просто не ожидали, что они в городе уже сразу сворачивают с улицы. Грузинская сторона тоже не ожидает, боится заходить в город. И они вот так осторожничают. Переговоры между нашим гражданином, его имя Мендик. И он объясняет, я Мендик. Этот говорит, побыстрее иди сюда. Он не подчиняется, он начинает в него стрелять. Притом не точно. Наверное, их плохо учили, не знаю. Недолет там. Видно там на картинке. На этом БРДМе, Скорпионе турецкого производства, установлен спаренная система АГС, автоматическая гранатометная система, которая там на ленте гранаты выстреливает, и пулемет 7,62. Турция самая первая, еще 98 года, начала снабжать Грузию и машинами, и начала строить базы. Это самые первые, они пришли им на помощь. На данном ролике это они уже продвигаются вовнутрь, и беспорядочная стрельба на данный момент. И вот в этом месте, обратите внимание, машина стоит, семерка, и он целенаправленно три выстрела по ней производит из гранатомета. Раз выстрел там, сейчас повернется, еще два выстрела будут. Он сопровождается стрельбой матерщиной. Сейчас появится очень интересная деталь. Вот, обратите внимание, машина начинает гореть. В ней находилось три человека, семья. Копоть идет. Это как раз от АГС. Подбивает его из гранатометов. Было найдено три использованных ящика из гранатометных патронов. И только один использованный. Они очень, пока дошли до улицы Сталина, уже фактически отстреляли два ящика. Вот эта машина, которую они подбили. В ней заживо сгорели семья, только значит, отец и двое детей. Мать успела выскочить. Недавно же был скандал в испанском телевидении, когда вот этот клип преподнесли, как будто это российские войска входят в Схинвал и расстреливают мирное население. На самом деле отчетливо мы видим, что именно грузинские подразделения, можно, не знаю, как их людьми тоже не могу назвать, это не люди, которые врываются в мирный город и расстреливают мирное население. И вот как раз это показывает, и за кадровый, за этот речь показывает, что это именно грузинские вооруженные формирования расстреливают город Схинвал. И эти мобильные телефоны как раз были изъяты у уже убитых грузинских военнослужащих. В мире бесследно ничего не проходит, и за все приходится расплачиваться. За это все они расплатились. Эти машины были одна подбита, другая отобрана. А экипаж был ликвидирован. Во второй половине дня 8 числа он в центр ехал, и сзади ребята выскочили с РПГ, и со срастания 200 метров его подбили. Он ушел вправо и ударился об дерево, и дерево он вырвал с корнями. А после этого они выскочили, в тот момент мы находились внутри дома, и начали врываться к нам в дом с криками «Тквени дедаки мутхан гаги кариби! Вашу мать! Открывайте двери». Мы не открыли, естественно, на засовы у нас было на закрыто. Он выстрелил одну обойму из пулемета, ячейку выломал, но все равно у него ничего не получилось. Это уже было фактически их отступление, и наши ребята начали снизу подходить и обстреливать их. И они хотели укрыться. Соседнюю машину завели, Ниву, не получилось, они в канаву упали. Они укрылись в соседнем доме, у них был тогда уже раненый. Между нашими домами там калитка. Она в подвале тогда находилась 11 человек.
И мы все на 40 минут мы даже перестали дышать, чтобы никого не спугнуть их, потому что они были в шоковом состоянии, они могли к нам прорваться. И попытки какие-то делали, но все равно они боялись. 10 числа мы его перевернули, и вот здесь явно отчетливо видно номер бортовой 307. И вот здесь небольшая дырка, откуда гранатомет где вошел. Сказать что-то не очень хорошего качества, по-моему, эти турецкого производства, так как для военных условий он, я так думаю, не приспособлен, так как он развалился на части.